Здорово всем подписчикам паблика Игромании, с вами Рязан, Фокс и Эпи. И мы продолжаем играть в DayZ. Всем привет. И наш пленник больше после рестарта не зашел. Это очень жалко. Жалко, что мы его не успели убить. Хотели казнить его. Еще немного помучить. Ну да. Ладно, что мы делаем? Идем, пьем, значит. Потому что здесь был снайпер. Вот, мы его убрали в прошлой серии, вы видели. Вот, идем, пьем и двигаем в этот на СЗ, а дальше уже вглубь карты там покажем всякие интересные места. Ну что, гоу? Погнали. Да, давайте. Я на прикрытии. Не зайдет? Я на прикрытии буду. Не повезло. А может, чувака надо было в команду взять или... Че, как? Четвертом. Да, то мы вторым бегаем, как нубы. Нафига корове седло, объясни мне. Ну, в принципе, можно было, не знаю. В принципе, он мог нас и убить, мог и убежать, но он этого не сделал. Да, ну потому что, видишь, понял, что тут, короче, на телек он попал, там на телевидении. Там маме привет передал. Да, хитрые, все нас используют. Ну-ну. Надо было его грохнуть. Ладно, далеко до... Так, зомби-зомби-зомби справа сагрился. А, вижу. Ну, руби. Колодец за церковью вот там, куда я иду. Ты его будешь рубить? Ну, мне его зарубить или чего? Давай, он за тобой. Или кто это? Или это Эпи? Это я, сейчас. Ну, руби Забей. Его. Сейчас добежим до колонки, да и убьем. Он за тобой, агрессор. О, молодец. Да, так, после рестарта прошло не так много времени. Смотрим аккуратненько. Зомби куча. Все помнят, где колоночка, да? Почти. За тобой загрелся, Фокс, зомбера. Ну вот. Баба хочет тебя, слышь, Фокс. Смотри, смотри. Поклонницы бегут. Поклонницы бегают, да. Все нас любят. Что-то сервак лагает, кстати. Да, да, да. Не знаю, у меня пока все нормально. У меня лагануло уже два раза. Так, я вот штопор в руки возьму. Так, стоп, а где колонка? А, вон. Вот здесь, на церкви прям. Надо сначала зомби это... Да, рубим. Она сервак лагает, жесть. Да, 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 да. А, вот еще лаг... один зомби. Что-то после рестарта. Да, что-то хреново. Ну ладно, поиграем. Пока что не смертельно. Это DayZ. Здесь может быть все что угодно. Так, если я только во фляжке попить налью, все. Я тоже мне надо во фляжку и подринкаюсь. Давайте я пока зомби здесь отпугнулся. Надо пить, пока не блюванет. Я прав? Ну да, типа того. Вон еще. Откуда столько зомби, слышишь? Их столько не было. После старта всегда так. А, так, надо заполнить фляжку, надо ее в руки взять. И вывести. Фил Боттл, я прав? Да. Да, 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 да. Именно. Так, в этом выпуске ответим на вопрос, наконец-таки, а то с этими заложниками у нас никак не получалось. Было не до этого, если честно. Ну да, там писали в комментариях, почему мы такие плохие, не отвечаем на вопросы. Будут вопросы, ответы на вопросы из предыдущих выпусков и из последнего. Тут в дом зашел сейчас. Посмотри, что есть. Я. Так, вот там пьете. Так, а что у нас с едой? У меня еды не осталось, ребят. У меня есть еще еда, поэтому могу поделиться. Ладно, пойдем. СЗ, СЗ это где? Откуда мы пришли? Северо-западный. Не-не-не, это в другом месте. Нам он примерно вон туда. Обратно же возвращаемся, там, где мы появились, да, да, и да, оттуда да. На СЗ. Там через тот лесок пойдем, там поспокойнее. Все же надо оба глядеть. Так, ну здесь потише стало. Хорошо, что еще никто не прибежал. Мы такие втроем набираем водички. Так, зомби, зомби, зомби. Вижу, блондиночка. Вижу, вижу. Так, Фокс, ты любишь блондиночек, да? Не, мне брюнетчики нравятся. Так что она твоя. Да нет, если она тебе нравится, так ты с ней расправляйся. Чё это я сразу?
Твои поклонницы, ты их и убивай. Глянь, прям как бежит за ним. А? Что такое? Все? Какой я звук? Теперь ни одна девчонка тебе не напишет после этого. Вот и все. Вот и облом. Еще бежит за кем-то. Ах. Так, ну давай за мной, что ли. Это что это? Ярые фанатки. Давай, иди сюда. Вот, слышь, Фокс, брюнеточка. Может, ты с ней там поговоришь? Не, давай ты с ней поговори. Ну, он же с тобой бежит. На, сука. Ну все, разговор прошел успешно. У тебя разговор короткий, я понял. Эй, подождите меня! Давай ждем. Надо передохнуть, посидеть немного. Что-то у меня прям экран тут снял. Я сейчас, наверное, в лесок зайду мне похавать. Я немного оторвусь от вас. Нашли место, где сидеть. Вот именно. Сейчас, давай выше поднимемся. Да-да-да, мне надо похавать. Сейчас вот здесь поднимемся, и нормально будет. Чище, прикройте меня, если что. Эпи, сделай потише микрофон. А, слышь! Тихо! Это кто? А, это ж этот чел! Нет, это другой, это с винтовкой. А, нет! Ребят, здорово, я заложник. Нифига себе. Слышь, что-то налагает. Слышь, оружие-то опусти. Оружие опусти. Ты где оружие нашел? Он с трупа взял, по-моему. Да, он с трупа брал, я помню. Да, слышите, мне кажется, можно его взять в команду, хотя... Испытательный срок какой-нибудь выдать. Слышь, может тебе команду Чё? Взять? Хочешь быть с нами? Чё? Да! Так, говорит. Чёрт. Давайте голосование, кто за? Да, поднимаем руки. Слышь, я один. Подожди, руки поднимаем на. Эпи, как всегда, пожрать сесть. Вот, я за, короче. Я тоже. Как вы это делаете? Чувак, ну короче, голосование мы решили дать тебе испытательный срок, понял? Будешь слушаться, мы тебя не убьем. По крайней мере. Заманчивое предложение. Да у тебя все равно нет выбора. Будешь делать то, что мы будем говорить, и все будет отлично, понял? Ну, он же уже снимал штаны, что ты от него еще хочешь? Ну, а вдруг Эпи захочет, чтобы он снял ему штаны? Ой, как смешно. Петросян, нет, посмотрите на него. Ну чё? СЗ! На СЗ! На СЗ! Тут выкинули две банки колы, я заберу одну. Да и ты это... Это я кидал. Ну я заберу одну. Офигели, колы разбрасываются. Нехорошо. У нас же ДЗ дефицит. Отдал бы мне Апи бы все съел. Сиков ни у кого там нет, никто не знает. Слышишь, как у тебя там с сиком? То есть присутствует, да? Все нормально говорит. Как-то неуверенно так сказал. А, сервак лагает. Да, есть такой. Ух ты, ничего себе лаги какие. Подожди, я где-то за... Отлагалась, вот он я. А? Вы не путайте. Блин, мы все похожи, вы трое похожи. Ну мы трое все похожи, а вот этот не похож. Ну. Он пока еще не в нашей команде. По шапочке. Его можно отличить. С бубенчиком. Или бумбунчиком, как он правильно называется. Не знаю. С херовинка на голове. С херовинка. Он, гля, он как пьяный бежит. Ему нор. Он радуется. А я так тоже умею. Слышь, ты с нами теперь будешь играть? Нет.
Давай. А чё, чё, ты, так ты хочешь или нет? Или ты так просто поприкалываться? Да не, не, сейчас я с команд. Чё он сказал? Ну ладно. А вот так кто умеет бегать? Смотри, он тебя сзади подстраивается, Фокс. Сейчас тебе отомстит. Ты его штаны заставил снять, а он тебе... Эпи, как там в дейзмоде делали, не помнишь? А, вот я только что пробовал, нельзя тут так. Как? Получается, да? Там забавно, короче, можно так бегать. Потом надо скрин кину тебе. Да. Там такая каракатица получается. Лягушка. Да. Короче, непонятно что в каске. Словами не объяснить. Так далеко до СЗ? Ну, как сказать... Местность ты немного почти, другая. Почти добежали. Ну да, тут недалеко на самом деле. Ну окей. У нас теперь один лишний рюкзак есть, который может нам помочь. Перенести что-то. Ну да, взять всех зомби на себя стравить. Слить кровь, если она потребуется. Так, а он не нигер, к сожалению. Так бы он мог бы отыграть роль. Умереть первым. Что за расизм? Что за намёки? Ну вас вот двое. Двое нигеров. Среди нас тут только двое белых. И двое нигеров. Ну кто-то из вас первым умрет, я уверен. Ну-ну. Рязан не умрет сегодня. Делайте ставки. О, это ты зря. Кстати, уже три серии прошло. Ты не помнишь, когда мы на СЗ пришли, и ты сказал, Рязан сегодня не умрет, только не в этой серии. Заборчик положили, мы сейчас к этому заборчику бежим. Охренеть. Все ты себе, короче, напророчил. Не, сейчас все нормально будет, смотри. Сервак продолагает. На 10 серий вперед. Что это за лево? Поселок какой-то там, ну, налево. Да это этот, выбор. А нет, выбор дальше, это Кабанин. Это не выбор. Да, кстати, Кабанин? Возможно, да. Выбор дальше, это Кабанин. Ну, парень придерживается. Колонны, уже привык. Опять сбежал. Нормально. Сколько мы играем, никаких сиков, никаких голоданий. Мы научились играть, ребят, в DayZ. Да. Рязан стал профи. А вы говорите, я никогда не научусь играть. Нет, я говорю, что скоро, но не говорю, что прям так скоро. Ты меня прям удивил. Прям радуешь на глазах. Растешь. Да. Ужаешь. Смотри, ученик всегда должен превзойти своего учителя, понял? Ага. Помни это. Когда-нибудь я тебя обгоню. Ты меня убьешь с 900 метров в голову. Чё-то парень вообще куда-то бежит, сам не знает куда. Да. Ты куда? Парень, мы на СЗ бежим. Слышишь? Слышишь? Я рад. А ты куда бежишь? Ты куда бежишь? Он бежит с нами. Честно, я чё-то запутался, куда мы бежим. Подожди, нам вот туда. Да, вот туда нам надо, все правильно. Вон, там я вижу какие-то заборы. Нет, чисто вот туда, куда я смотрю. Да, да, да. Забор торчит даже. Я вижу. Ну, опять подлагивает, да? Угу. Лаги. В Дейзи это порядок. Ты мне открывашку отдашь или нет? Нет. Я это. Смотрите, короче, я в долг тебя взял. Я понял. Это типичный друг. Да, да, да. Есть телефон с камерой позвонить. В долг там. Да, в долг. Да, Илья, что у тебя за друзья, которые просят телефон и не возвращают? Патроны. Хочешь, я тебе 20 дам, отдашь мне 40. В кредит им патроны дам. Ну давай. Каждый час два патрона процента. Прикройте, ребят.
на поле остановились, ну хотя бы возле деревца, я не знаю. На поле такие столбцы. Да тут все хоп, тихо. Так и все. Через 10 минут, вернешь 40. Он взял. Давай, Ты мне дал 20 тонн. Ты думаешь, ты выживешь? Чего я тебе дал? Ты сколько патронов взял? Я там 35 патронов дал. Слышишь? Ты взял патроны? Взял патроны. А? Он знаешь, как шутканул? Чё он сказал? А он говорит, ты мне дал 20 патронов. Ты думаешь, что выживешь? Я думаю, что он не выживет. Ладно, я его на мушке подержу. Да ладно, если что, ему прострелим колено и голову. Чисто ему так в рожу ткнул. Иди, Я твой надзиратель. Не забывай, кто в доме папа, да? Да. Я пострелил, но тут рядом СЗ. А он должен исправиться. Давай, может, вопрос, ответы на вопросы, пока мы бежим. Давай, я здесь остановлюсь, зачитаю ответы и вопросы. Мы здесь как раз передохнем, посидим. Вот здесь вот ёлочка. Ну давай, две минуты. Стой тут. Да что тут, садимся, пошли, сядем. Прикрывайте. Я сейчас буду отвечать на самые такие задаваемые вопросы, которые уже в личку мне там задают. И так, там в контактах везде. Давай, посидим, отдохнем. Компании. Так, значит... Осталось только костер развести, слышишь? Смотрите, какой момент. Сейчас минус 3 сделал. Слышь? Иди, не шути. Чё он там? С топором к нему встал. Не, ну, сиди, голова сразу отлетит. Парень, подожди. 2 минуты, сейчас отдохнем, пойдем дальше. Так раз шуметь не буду. Всё, отдохни. Давай, задавай. Так. Итак, значит, спрашивают, Фокс Рязан, скажите свою страницу ВК, нифига мы вам не скажем, сами найдете. Вот, да легко будет найти на самом деле. Конечно, там где-нибудь через друзей, через знакомых. Да, второй вопрос, когда выйдут следующие серии, стараемся выпускать пару раз в неделю, ребят, так что... Да, 2-3 серии в неделю норма. Ладно, давай не ври, 1-2. Да какой, слышишь? Не гони, сейчас разгонимся. КС играем, ребят, там. Ну вот, да. Рязанка. Так, дальше. Какой стаж игры у Фокса в Days Mod? Ну, у меня, короче, год. Ну, варму побольше там. А у Рязана то же самое. У тебя какой? То же самое, год, да? Два года. Да, да, сколько у меня? У меня месяц с хвостиком. Ну да. Так, вот мне еще вопрос нравится. Где работает Фокс там или Рязан? Вот где ты работаешь? Вот скажи мне. Я зимой мороженое продаю в ларьке. Зимой мороженое. И пельмени. А песок на пляже, да? Да. Что-то мне не нравится. Да он прикалывается. Держи его на прицеле. Потому что я сверну игру пока. Так, ну я в общем так скажу. Ребят, не важно, где мы работаем, важно, что мы снимаем. Вот, у нас хватает на это времени. Так, а еще, знаешь, что спрашиваю? Где живет Фокс или Рязан? Скажите мне, пожалуйста, очень хочу узнать. Где мы живем? Ребят, какая вам разница, я живу в этом. Живем? Вы нам чем, мстить будете, что ли, в жизни за то, что мы вас в игре убивали? Да, найдут нас, выследят. К Рязану на хату ночью приходит, скажет, это ты Рязан. Нет, я не в курсе, ребят. Весь 9-й толпой придет. Ребят, я не в курсе. А вот, знаешь, еще спрашивают, а когда Рязан научится играть и утать в DayZ? Да, в натуре, как научится? Да я уже научился, слышишь? Скажешь. Я научился. Да, он уже научился, он не умирает. Это уже были вопросы эти, ты какие-то, ты основные типа идешь, да? Ну да, основные, а потом мы уже в следующих сериях там более детально, вы там под видео оставите, мы на них ответим. Вот. Что еще? Еще спрашивают, Фокс, у тебя есть свой канал на Ютубе? Нету. У меня плохой интернет, поэтому не могу я ничего выкладывать. Так что извиняйте. Так, на каких играют серверах Фокс и Рязан? На каких мы с тобой серверах играем? На разных, правильно? Да на всех мы играем. О. Есть, кстати, сервак DayZ. В DayZ стендалоне игромании.
Тут ну, еще вот спрашивают. Там всегда и так онлайн 40 людей, да? Да, да. Максимально онлайн, поэтому в принципе его рекламить нет смысла, потому что там и так всегда максимально онлайн, ребята. Сами в очереди станем. Че еще? Вот. Ну, спрашивают страничку API там или Steam его. Да там. То же самое. Передают ему привет. Привет. Так, кому вот надо, тот найдет. Фокс, подскажи, я купил альфа, когда выйдет полная версия, нужно будет еще раз покупать? Вот у меня эти вопросы, ребят, просто убивают. Нет, не нужно, это же глупый вопрос. Там, вот еще просили, Рязан и Фокс, сделай прогноз, сколько будет стоить финальная версия Дизи. Ну, я так думаю, что где-то от 1.5 до 2.5. Ну да, я думаю, 2000 будет стоить, слышь. Все, мы с ним подружились. Че еще? О, глянь, я убил? Пятюню дает ему. А. Значит, еще вопросики. Ну, тут около 5 осталось. Так. Фокс и Рязан, сколько еще будете снимать DayZ? Вот, я бы ответил много. Пока. Пока, пока рак со... Да, пока. Сейчас рак свистнет, слышь. И все, и закончится наши DayZ выпуски. Поэтому не надо так шутить. Рак в доте, да? А че гу в доту? Давай еще, что еще? Да короче, да. Пока сможем, пока так и будем снимать. А вот еще спрашивают, в игре можно где-нибудь скидывать вещи, чтобы потом убили, пришел, забрал вещи, которые заранее положил? Ну, типа того, схроны делать. Нет, пока нет ни палаток, ни схронов, ни машин. Все это добавят позже. Это альфа, ребят. Но только если рестарт не произойдет. И тут же вопрос задают, почему нет машин в игре, я уже ответил на него. Ну, то, что альфа. Так. Вот что еще? Очень частенько, знаешь, приходят вопросы, можно поиграть в вашей команде. Ну, пока что набора нет. Пока так что вот мы одного уже взяли. Он еще заодно об этом не знает. Так. Да, по-моему, слишком много народу тоже как-то не кайфово. Ну да. Так вот, если, может, отдельно там. Если этот чувак приживется, возможно, он будет последним. Ну что, идем дальше? Да, идем дальше, мы ответили на вопросы. Нам налево, нам налево, налево, налево. Левее. Куда левее? Лево, видишь, которое право? Право, лево, полоса налево идет. Это плохо. В лесу какая там... в лесу тебе полоса? О, вот ребят, именно. Чё пожрать есть у кого? А, вон забор я вижу, тюрьма. Вот. Покушать, ребят, есть как... у кого? Мы как три, четыре, не буду четыре говорить кто. Мушкетёра. Четыре мушкетёра. Чего у нас есть? Чего у нас есть? Половая, что ли? Половая, что ли? Есть поесть, чё? А если найду? А, вот связь спрашивают. Скайп, ты там. Да, записывал, я тебя скидывал. Или не записывал. Давай его добавим в скайп, короче, слышь? Ну там сейчас на СЗ будет неудобно. Да. Тебе похавать? Ребят, пойдем, отойдем отсюда. Давай, пошли, да, в ёлки, в ёлки. Да, пошли в ёлки. В ёлки, пошли. Там решим. Так, по вопросам. Мы ответили на вопросы из выпусков, которые еще там из 7-8 были вопросы, да? Ну да, основные вопросы. То есть старенькие которые... вопросы, да, и основные. Да, запущили. Потом будут другие вопросы будете задавать, мы будем на них отвечать. Пишите под видео, вот в этих сериях, обязательно ответим. Давай покушать, а вы там разбирайтесь со скайпом пока. Скинь мне чё. Открывашку мне гони. Не, подожди. Да. Слышь? Не, пожрать надо, чего? Нет, гони, открывай. Ну он мне скинет сейчас, он скинул. Ты будешь кидать или ты будешь руки поднимать? Ну, я скинул. Да где он скинул? Опять сервак лагает. Сейчас появится. Так, сейчас, подожди. Я сам поем. Что-то я не хочу тебе открывашку отдавать, слышь? Зажал, блин, смотрите. Может, ты мне ее оставишь? Друзья называются. Ну так где она? Чё ты кинул? Куда оно делось? Блять, куда я знаю? Тут я скинул. Нет, тут ничего я не вижу. Надо отойти, чтобы она... А, да, надо отойти. Это там антидюп работает какой-то или что-то типа того. Да, этот сидит. Вот вижу. Ага, сейчас я поем. Да сейчас я тебе дам открывашку, задолбал ты. Давай, кушай. Тамагочи хренов. Я тебе всех персов в DayZ называю тамагочи.
Так оно и есть. Согласен. Согласен, давай, коллега. Давай, я добавился. Заходите, сейчас добавлю. Так, я надеюсь, у него нормальный хоть микрофон будет. Не знаю. Че пожрем? Пока. Давай, короче, давай, в конфу залетай. Алло. 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 Слышь, здорово. Привет. Как сам, живой? Как бля, жена, ребята, дети? Что, в телеке? Слышь, в телеке. Вы сейчас снимаете? Не, мы прикалываемся, не снимаем мы. Да ладно. Мы просто играем. Слышь. Да, мы просто играем, слышь? Да. Ну ладно. А ты нас что, сразу узнал прям, да? По голосу Рязана узнал. В горе там или где? И куда мы бежали? По дороге. Ясно все. Как мне вообще слышно, нормально? Где открывашка, слышишь, Рязан? Там ищи. Ты где? Как тебя зовут, слышь? Как у тебя ник? Миша меня зовут. Ну, а ник какой? Мы по никам, у нас чисто, да, как это сказать, армейское командование или что там вообще. Не командование, а расстановка там, по никам. Ну, вот, да, открывашка, да, здесь лежит. Может, там еще и звание придумать, слышь, Фолк? Вот я сейчас стою. Звание? Давай. Кому-нибудь как звание, типа. Не, ник перфекционист. Не, давай что-нибудь другое. Да не, нормальный ник. Да ну. Да мы не выговорим, давай, ники должны быть. Я тебя буду называть сокращенно. Перфи как-нибудь. Перфи, нормально? Перфи. Мистер Перфи. Мистер Перфи. Так, что? Google переводчик говоришь. Как же лагает все. А вас как зовут там? Мне не нравится твой ник, слышишь? Что не нравится? Мне не нравится твой ник, давай думай другой. Да ладно тебе. Спокойно. Серьезно, серьезно. Че ты гонишь, да? Да, че ты гонишь? Ты же хочешь. Вы че гоните, пацаны? Отойдите, он не может открывашку найти. Ты да, блять, отойдите все отсюда. Да вот она, вот здесь вот лежит. Да кто-то. Отойди отсюда, я знаю, где она лежит, ее поднять не могу. Уйди. Моя открывашка. Достали со своей. Ладно, буду называть. Я тебя буду называть Перфи. Я тоже. Перфи, Перфи. Перфи, Перфи. Ну, короче, так. А слышь, да, звание, слышь, прикольно. Короче, Перфи у нас будет рядовым. Салага, да. Салага. Какой салага? Я лучше рядовой буду. Салага. Не-не-не, все, салага. Так. Эпи, короче, кто у нас? Эпи у нас будет старшим рядовым. Что за бред вообще? Ефрейтор там же. Сержант. Ефрейтор, шучу, ладно. Ефрейтор. А ты тогда... Сержантом буду. Слышь, а я кто такой вообще? Я уже хоть и месяц играю, но слышь. Давай. Я в главной роли, слышь. Хотя пофиг. Вот именно по никам, что-то какой-то... Какую-то армию разводите тут. Армия, а чё? Это ж Дейзи, мы должны сохранить атмосферу. Сейчас у нас отжиматься будешь, короче, там, белье стирать. Полы мыть в казарме. Смотри, смотри. Вот сейчас пойдем в казарму, там в душевой. Отпидоришься. Вы какие-то вообще извращенцы, ребят. Теперь ты в армии. Оу, молодец. Все, Эпи. Ты еще в армию не ходил, вот теперь. Так, ребят, сейчас ему лезвие в руки вперед. Будешь драть толчки, короче, сейчас. Драть толчки. А то буду драть тебя потом. Вон, мы салагу заприем, слышь. Ну. Так что, Эпи, ты там смотри. Если он у нас молодой. Потребуется сгонять за патронами. Молодой, неопытный. Он как раз у нас это... Как раз получит наше, это как это называется? Доверие. Да, доверие наше получит. Оно дорогого стоит. Так что, Эпи, ты там тоже давай, не расслабляйся. Наверное, как Porsche Cayenne, да? Причем здесь это? Наверное, как 10. Ну, наверное, у парня Porsche Cayenne есть, он купил, типа думает, вот, наверное, такой же дорогой. Мне, блин, столько же работать на него. О, вау, гля, а Фокс сам отжимается.
Да? Он решил показать мне не привыкать. А тут можно неплохо так поджиматься. Как там? Давай, все, что стоите, упор лежа приняли. Раз. Два. Пошли в казармы. Ты задолбал свои руки свои поднимать. Я тебе когда-нибудь пальцы отстрелю. Видите, как Рязан к армии привык. Говорит, пойдемте в казармы уже. Скоро отбой, да, там? Все по распорядку у нас теперь. Скоро душ, Рязан. Так это ты сейчас там будешь драить. Я по секрету тебе скажу, короче, мы их оставим там, а сами с Рязаном пойдем куда-нибудь это спать. А у вас будет это, ночь полетов и веселье. Да, лут собирать будете нам. Ага, еще что. Потом такие приносят. Пока спать будете, я с топорика подойду. Потом мы уйдем на день. Ну что там, парни, как у вас там дела с лутом, а не так? Вот мы собрали столько-то единиц оружия, столько-то патрон там. Два хаммера там собрали, загрузили. Я смотрю. А чё, слышь? Прикольно, они, короче, мы потом с тобой уйдем на дембель. Ну да. Они будут наше дело продолжать, тоже новичков там возьмут. Да, обучать будут всех. Так, ребят, предельно осторожно, сейчас внимательно смотрим. Так, а слышь, это так, что... Так, Рязан, ты где? Это что место, где нас убили тогда, помнишь? Или не да, так? Да, Рязан, ты где? Да сзади я. Справа. Я справа вот рядом тебя, с салагой. Угу. Салага. По шапке никого нету. Пошли, ты салага, ты в шапке. Тихо, ребят. По сторонам смотрим, прицел вам для чего дан. Как же... Куда вы пошли, я вас потерял. Как же у меня лагает. Да, в этом... В диспетчерской никого. В лесную казарму опи, смотри. Я центр смотрю. Так, сейчас. Так, а где кнопки Page Up, Page Down? На клавиатуре. Это Zeroing. А, все, Zeroing. Слышь, сколько мне выставить, как думаешь? Смотря где цель будет. Сейчас на 100 метров оставь. Окей. Видите, Рязан немножко уже шарит. Zeroing умеет выставлять. Он даже кнопки не нашел. Да нашел я уже. Главное, что он о них хотя бы знает. Пожарка открыта. 99%. Да, это стандарт. Стандарт, да. 99% не знают, как играть со снайперкой. Я первей сказал. Чё сказал? Да, он со мной повторяет. Да сам ты повторяешь. Так, не спорь со мной, сейчас в туалет пойдешь драть. Сейчас пожарку тебе одного пошлем лутать, а мы будем на прикрытии втроем такие. Я такой, что ты меня не прикроешь, или убьёшь. Из пожарки выбегает, а за ним такая толпа зомби. Пацаны, прикройте. Да, прикроем. Бороться чисто пока. Ну чё, так открыто сидите, вы чё, совсем что ли умные? Ребят, в ёлочке надо сидеть. Я возле куста, поэтому не надо мне тут. Не возле, надо в кусте сидеть, а лучше вообще окопаться по самые уши. Все, не видно туман, меня. Туман. У всех туман, ребят. Нет, небольшой такой. У меня да там... небольшой уже... вдали метров на 500, да? Да, ну, да, да, да. Вот от нас до пожарки сейчас 550 метров. 600, может быть, даже. Ну, дальномера у меня нет, ребят, извините. Кто стреляет? Кто стрелял? Ребят, эй! Панал. Салага, ты? Успокойся. Ты стрелял? Еще раз такой выстрел, я в тебя выстрелю потом, понял? Ты офигел? Ты что делаешь? Дал знать, что мы тут. Ага. Рад, что ли, совсем? У меня еще тимфарк. Я хочу экшена. Экшен и так будет, успокойся. У меня что-то инфаркт не случился, когда ты стрельнул. Это ж, блин, то самое место. Справа звук пошел, я уж прям не знал, что делать. А может тут никого нет, слышишь? Смотрим. Да вроде чисто. Zeroing я на 500 метров поставил. Рязан, заползи за куст. Ты перед кустом лежишь очень глупо, потому что вдали в прицеле ты лежишь без травы, и тебя видно игрокам. Лучше сидеть за кустом. Всем советую. Ну, Салага об этом не знает еще, пока мы его не убивали, наверное. Ну, я тоже с Дейзи мода знаю. Моя школа. Да я-то знаю, слышь. Лучше вообще в ёлках сидеть, в кустах каких-нибудь там, я не знаю. У меня был отличный учитель.
Ну да. Ну что, так. Нашли вы там кого, не? Тут не видно никого. Ну что, как поступим? Один останется прикрывать, остальные разбегутся, или сначала в одну точку идем, там лутаем. Пошли, знаешь, идем? Как? Так, Эпи на прикрытии. Я, Салага и Фокс. Идем лутаем. Эпи, может, двух салаг пошлем? Как думаешь? Что? Ну ты шутник. Что за звуки? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, идем в тюрьму, значит, в лесную. Эпи, наблюдай за нами. Так, тюрьма лесная, все ясно. Так, ребята, за мной выдвигаемся. Где, где, где? Влево, влево, влево. Все, пошли влево. Идем вместе. Так, что-то подлагивает. Не напрягает эта шапка. Ничего, найдем тебе другую. Ты ж розовенькую какую-нибудь. Привыкни к ней, да. Пока что тебе разрешено носить только шапку. Может, пойдем вот туда налево? Ребят, там казармы какие-то или что там, да? Туда идем. Туда идем, а ты куда ушел? Кто из нас сейчас салага? Ну пошли. Да мы уже здесь как бы. Ты где? Где? Рязан. Рязан, ты где? Слышь, куда вы делись? Влево мы ушли. А, вон. Да, Эпи, да, Эпи лежал, я думал это Фокс. По дороге, не по дороге. Давай, давай, по дороге, по дороге беги, нормально. Ай, блин. Я говорил, надо было двух собак посылать. Слышь. Они бы там заблудились. В трех елках. Че, поубивали друг друга. Ладно, нормально, нормально. Пока живем. Вот, все, я нашел то место, Фокс, где нас тогда убили. Точнее, меня. Да, в Дейсмоде. Тут заборчик, все правильно. На картину Fire, да? Никогда это не забыл. Давай кинем Fire. Сейчас много-много новых зачем? Зрителей. Зачем? Ради прикола. Много зрителей, они не понимают, про что мы вообще говорим. Да нет, я так понял, большинство смотрели все наши серии по Дейзу. Ну, большинство, да, но есть и новенькие. Поэтому, если не поняли, про что мы, смотрите, когда мы еще в Дейсмод играли, а не в Дейзи. Ну, Дейзи называется, а так это все называют Дейзи Стендалон, чтобы не путаться. Ну да. Вот. Ну, логично называть Дейзи и Дейзи мод. Дейз. Так, ребят, ну что, я сзади. Ты нас оттуда, Эпи, увидишь? Я вижу тюрьму и чуть-чуть казармы. Так, так, я тут. Рязан, ты где? Тюрьму окна просматриваю некоторые. Сзади, я двери, сзади. Двери в казарме открыты все. Да? Ясно. Кто-то да. был, значит. Хреново. Блять, у меня еще лагает. Да тут у всех лагает, мы в одинаковых условиях. Да, 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 да. Так что, нормально. Никого нету. Возле колонки тоже. Попьем как раз сейчас. Иди сюда. Я возле колонки. Сейчас подринкаем. Drink water. Давай. Ну, что такое? Так. Давай, знаешь, как... Давай, знаешь, какую тему каска, замутим, каска Фокс? Есть. О, это класс. Давай, знаешь, какую тему замутим, Фокс? Давай. Будем отвечать не только на вопросы подписчиков, но и будем учить их играть в DayZ. Давай. Батюшка, говорю, батька, Фокс батька научит Фокс, играть, да. Да, в DayZ. Рязан, здесь рюкзак большой. На 35 слотов, зеленый, да. Бери. Бери да. Только, знаешь как, смотри, сначала... Так, Салага, прикрой нас на входе в казарму, никого не пускай, никого не упускай. Без моего не называй меня так.
Нет, пока что. Пока что так, да. Да вы охренели. Ты еще не заслужил другое звание. Ты ж не лучше меня играешь. Пару выпусков, и мы научим тебя уму-разуму. Поверят, он тебе звание Saint Row придумает. 4. А это будет вообще жесть. Все, вот, на мне классненький рюкзачок. Перекидывай все, что у тебя было. Я уже перекинул. Патроны 7.62 на Мосина, почему не забрал? Или мне вам все повторять надо, молодой человек? О, дайте мне патрончиков. А то я сам не лутаю. Взял уже, взял. Вы топаете, ребята. Да, в казарме. Сейчас замерли все. Нормально. Нормально? Да. Черная разгрузка, и в ней пистолет лежит. Кольт, нужен кому, нет? Нужен, Кольт, нужен. Да я видел нужен. Здесь, но ты меня позвал лутать казарм. Да, я пройду. Так, где моя разгрузка? Вот она. Сейчас перекину. Что-то если лишнее есть, может быть, давай я заберу. Да не, у меня... Мне так... Да ты задолбал бегать. Ты меня только сбиваешь. Короче, замутим такую тему, народ. Мы будем отвечать на вопросы и в следующих выпусках начнем потихонечку вас учить уму-разуму. Как играть. Нет, 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 подожди, ты чё, эту снял? А та какая лучше, что ли, была? Подожди, зачем ты ту одел? Вот эту оставь, которая у тебя была. Тебе они обе дэмэжные. Было... Да какая разница, это хотя бы от пуль спасает. Ну, так как мы думаем. Ты уверен? Может, конечно, ошибаемся. Ну, во всяком случае, мы все в этой ходим. Окей, окей. Не знаю, не буду говорить на 100%, но когда в меня стреляли из эмки, я выжил. А стреляли в упор. Так они не отличаются, господи, почти ничем. Отличаются. Ладно. А патроны вот есть у тебя на магну? Посмотри на спину. Свою в этом жилете. А мы в рюкзаках сидим. Какая разница? Короче, у меня такое ощущение, там кевларовые пластины стоят, и как бы, ну, самое то. Давай, выдвигаемся. Дома магнум, сидим. На магнум есть? Я тебе дам позже. Ну ладно, вернемся, погнали, как... лутаемся дальше. Нормально, нормально, оружие нашли потихонечку. В тюрьму идем. Надо хавку, хавку. Так, вот у нас у всех одинаковые рюкзаки, да? Да, мы теперь одинаковые так. Почти. Мы с зелеными рюкзаками, все и в касках теперь, эпи, если что. Хорошо. Подходим к лесной казарме, ко второму, ну, сейчас будем на второй. Вижу, карте. Вижу, вижу, вижу. А, ты нас увидишь. Рукой помахать? Не взяли. Двери открыты, ребят. Давайте я окна чекну. Окна я смотрел со своей стороны. Чисто, да? Пошли, ну, я зайду, да. Со стороны эпи. Тихо, 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 тюрьма чисто. Захожу со стороны... С другой, короче. Все чисто. Так, заходим, за собой дверь закрываем, ребята, обязательно. Меня и подождите. Я на первом этаже. Я закрою. Все, я зашел. Закрываю. Так, бинт. Бинт. Я возьму. Так, аптечку возьмите обязательно, ребят. Там нет бинтов, там не нужно больше. Вот, бинт в аптечку положите, один, и аптечку с собой берите обязательно. Мы потом таблетки перекинем там. Салага, ты все слышал? Сам салага. А сам смотрит на толчок. Че, подраить хочешь, что ли? Конечно. Так, я наверху эпи. Угу. Так, ну, благо теперь не придется мучиться с названием серии. И что у нас, как будет название? Ну, салага. Так, здесь патроны на магнум, 19 штук. Вот там вот за койкой лежит. На магнум, это хорошо, сейчас проверим. На втором? Да. Ну то я, меня влагает, я поднялся наверх, меня потом вниз откинуло. Тут еще сапоги какие-то армейские, ну-ка. Дэмэйдж. Ну, нафиг. Ты забрал патроны, что ли? Что, они пропали куда-то? Да исчезли, да. Заночки возьми. Может, внизу? Хрень какая-то. Или появится попозже. Патроны пропали, а? Обидно. А, это походу, если патроны разворачиваешь, ну, когда ты их еще не положил в рюкзак, они пропадают.
А, нет, вот патроны лежат здесь. Под койкой вон появились. Рязан. Бред. Ляж вот там. Ляж под эту койку. Вижу, вижу. Вот, это на магнум. Заряди его, кстати. Сейчас сделаем. Сразу. Потому что Мосина вещь такая, что лучше заряженный револьвер носить с собой. Не могу достать их никак. Вот, сейчас. Пытаюсь. А, давай, давай. А, получилось. Слушай, топор забей. Неплохой. Если у кого есть топор Badly Damage, можете поменять. Не, у меня нормас. А вот смотрите, ребят, запоминайте. Если лежит завернутые патроны, там 5.56 или 7.62, и вы их развертываете, не положив в рюкзак, они у вас исчезнут и больше не появятся. Вот, сейчас проверил. Почему у меня в руки не берется магнум? Потому что сервер лагает. Ответ прост. Шерл. Спасибо, Уатсон. Давай, заряжайся. Лота ему, правильно? Да, да, да. Ну а чё, не лот. Давай, заряжайся. А, ну все, вроде зарядился. Хотя хрен его знает. Проверять здесь не буду. Да, проверим уже, когда уйдем с СЗ. Пошли. Для следующего раза у тебя будет револьвер готовый. Да, должен зарядиться был. Так, я сменю на соточку. Забыл, как эта хрень называется уже. Зероинг. Да, точно. Дистанцию выстрела. Так, все чистенько, ребят. Пошли выходим. Следующую. Эппи, мы выходим. Да, ага. Аптечку почему не взяли? Или взяли только бинт? Так, салаги это я сказал сделать. Не слушается, посмотри. Все чистенько, идем. У меня аптечка полная, нулевая. Нет, так будет глупо идти, нас там Эппи не сможет прикрывать. Возвращаемся к нему. Сейчас мы поменяем немножко тактику нашу. Вы к ангарам? Смотрите, не нарвитесь на какого-нибудь. К тебе возвращаемся. Так, я вас вижу. Первый это я бегу, посмотрите на меня. Первый, кто умрет. Нига, мы будем помнить тебя. Я похороню Фокса возле елочки, поставлю ему такой большой деревянный надгробие такое. Там будет написано. Деревянное? Да, там будет так. Фокс. Деревянное? Ну это ж Дейзи. Нет, почему деревянное? Нет, поставишь мне гранитное. А, закажешь, где я тебе такое буду делать? Я долго буду лутать с такое. С портретом, все делами, как полагается. И там будет так, как мы с тобой играли в Дейзи. Сколько там? Месяц. Так вы о чем? Это мы о своем. Кого-то я вижу. О своем, о задротском, да, Фокс? Да, да. My stomach feels stuffed. Что это значит? Так, мой желудок урчит. Походу. Нормально. Где у вас тут пристанище? Вот оно. Здорово. 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 Ну чё, докладывай. Пароль там, все дела. Мартышлюшка. Будет наш пароль. Угадал. Откуда такая информация? Ты чё, ты недооцениваешь мою мощь? Понятно, твоей разведки, да? Кто-то опять вовремя жрет, да? Это я жру, мне можно. Я думал, Эппи. Эппи вечно у нас там голодный. Мне по сроку службы положено. Ну да. О-о-о, кто-то там банку открыл слева. Это я. Дайте снайперу попить. Жажда замучила. Снайпер должен сутками не пить. Угу. Только не я. Зельями не спать. Какой-то чел пытается на серф пробиться, его постоянно выкидывает. Вот я тоже это заметил. Ну кто-нибудь там, знаешь, через друзей заходит, там смотрит. Настырный какой. Надо обязательно попасть. В очереди стоят. Сколько народ на сервере?
Фул. Фул? Да. Странно, что мы никого не встретили до сих пор. Ага. Сплю. Ты любишь, знаешь, такие моменты что-нибудь рассказывать. Сейчас встретим, значит, готовьтесь. Резан накаркал. Ну, не, я без шуток, серьезно. Интересно будет, интересно. Интересно будет, как твои мозги на стенку вылезут. Все, отдохнул, Фокс. Да, я отдохнул. Все. А вон в пожарке кто на первом этаже, на втором этаже? Никого. Ребят, точно никого? Точно. Ты кого-то видел? Такое ощущение, как будто там рюкзак мелькает, нет? Нет. В левом окне, на втором этаже? Да, в левом окне, на втором этаже, да-да-да. Это шкаф, ну, да. В курсе? Что? Шкаф. А, там шкаф? Да. Так ладно. Он двигался или нет? Нет, шкаф не двигается, если вы не... Если только мы как перед КС не накуримся, да? Ну да. Не, на самом деле у меня случай был. Забегаю в тюрьму. Вот. Не выбегаю. Да нет, просто утаюсь, там сижу у стенки, ну слышу какие-то выстрелы, шаги. Вот, к стенке подошел, тут рука зомби из стенки такая высовывается, меня бьет в голову, я сознание теряю, два парня забегают и утают меня. Я вообще офигел. Они не добивали ничего, подумали, что труп лежит. Байки Дейзи. Вы идете? Вот, все, открываем новую тему. Байки Дейзи. Первая байка прошла успешно. Будем, короче, так, знаешь, типа... Рассказывайте, потом, на да. цитаты будем резать. Да чё, я думаю, Эппи, у тебя дофига байк Дейзи. У вас-то год там, год с чем-то служба. Да-да. Я там месяц ослужил, чуть больше. Я в армию в пилоты подался, да. Да, прошел курсы специально там, на пилота ВВС. Подождите, ребят, мне нереально прицел скачет. Надо отдохнуть. Ну давай отдохнем, вот тут как раз елочки. Меньше пить надо. Я не пил. Догони. Пизди. Я смотрел пожарку со снайперки. Ой, можешь. Да ладно, короче, у тебя руки с бодуна трясутся. А тут же водка в игре есть, да? Спирт есть, но сразу траванешься и умрешь. И не вылечишься никак. Я-то думал, сейчас пойдем с Фоксом. Отдохнем. Шалашик, шашлычок там. Наведем, короче, баб. Водочка, огурчики, нарезочка. Стаканчики граненые, да, на газетке все как положено. Да. Отдых в Дейзи такой. Как раз байки потравим. Да, шашлычки, музончик. А салаги уже руки такие трясутся. Так, ты ч, вы чё? Вы идёте? Чё, армия тебя выключит? Пошли. Ребят, чё? Кто-нибудь вот здесь может посидеть? Где? Где я сейчас нахожусь? Эппи, а ты там останься, там же, где был. А, хорошо. Смотри, так, я с кем сзади, бегу? Я сейчас с Михоном. Да, с Салагой. Хоть меня так называть, вы заебали. Нет. Да ладно, не бушу. Я... А кто там посидит? Слышь, мы с ним вот вдвоем. Ты... Вы нас видите? Да, я тебя вижу, я в кустах сижу. За ангаром, за первым ангаром. Да, я вас вижу, ребят. Да пошли уже с тобой вдвоем мутаем. Чисто, идите вдвоем мутайте, я вот здесь сяду прикрывать. А давайте лучше я буду прикрывать. Нет, давай лучше я буду проиграть. Нет, давай лучше я. Нет. Иди, салага, лутай. Да нет, пошли. Спасибо, я залутанный. Пошли. А с тобой небезопасно ходить. Да не бойся ты, я всего два раза в тебя стрелял. Только ты, главное, не начинай хавать, ладно? Нормально, со мной всегда... Стой, остановись. Сюда иди. Зайди сюда. Да я уже внутрь зашел. Слышишь, я лучший игрок в DayZ по версии YouTube за этот месяц. А, слышь, Фокс, в 2014 году мы еще ни разу не умерли в DayZ, заметь. О. Такие ботинки посреди ангара стоят. Больше ничего. Залутано. Да, мне кажется, да, тут уже все вынесли. Стой, не выходи, подожди, не выходи.
лучше поешь. Какой поешь? Ой, вы так на этом, на прицеле. Ну-ка, я тебя отсюда увижу, Эпи, или нет? Да ты не в ту сторону смотришь, на чем свет. Да нет, в принципе, в ту. Да не, ну, я вижу. Никого. А, это кто смотрит туда, в сторону пожара? Я, идем. Пошли. Чисто, ребят, пока гуляете, ходите. Спасибо, что разрешил. Что тут, водичка? Да. Возьми, если есть место. Не. Ой, прицел на Мосина! Какой? Не забывайте стрелять. Охрененный. Давай, бери, у меня и так нормальный. Ворн. А-а-а. А, по статусу, да, там ты знаешь, если прицел у тебя будет дэмэдж, там, или бэдли дэмэдж, будут пули криво лететь, не всегда будешь попадать. Ну-ка, у меня какой, мне интересно, просто я целюсь, он так более-менее нормальный. О, у меня бэдли дэмэдж, вот черт. Возьми руинет, он как бы нормальный, но он это, просто с мертвого человека. Где? Вот, я скинул, я тут скинул, сейчас появится. Он лучше, чем мой? Да. Он лучше, чем Battle Damage. Но он обычный, он хороший, но он просто с мертвого человека. Ну, чисто как целишься, то же самое. На самом деле. Ну что так, там? Так, опять у меня скайп. Идем. Нормально, переходите в следующее. Да. Пошли. Пожарка чисто. Если что-то увидим, мы вам скажем, ребят. Поэтому пока гуляйте. Так, тут рюкзак. Не страшно гулять под вашим прикрытием. Ты бы лучше боялся, что я с тобой рядом. Да это я боюсь еще больше. Патроны на М. Больше ничего нет. Рюкзак на 35. Патроны берите только для этого Кольта и только для Мосина. И все, больше ни для чего. Да. Нас интересуют нормальные броники еще. То есть, если вот такие же найдете разгрузки, да, вот как одеты на вас сейчас, только там Ворн или Престиж, то их берите. А так больше ничего не поднимайте. Меня полностью лут интересует, потому что какие-то извращенцы меня раздели. Наручники найди, а то собака дохуя пиздит. Наручники не помогут. Не помогут ему, смотрите. В этот раз помогут. Тут эмочки разбросаны, всякие детали. Полюбос, тут кто-то уже гулял с эмочкой. Так, идем дальше. Я в последний ангар иду. Который возле пожарки. Вижу. Давай, Фокс, продвигайся, что там сидишь. Да мне нормально, веришь? Я и до палаток дострельну. А мне не очень. Так, я в диспетчерскую. Ребята, я в диспетчерскую перебегаю. Сейчас, Рено, ждем. И мне что, до сих пор тут сидеть? Может, ближе вообще. Так, ребята, я возле пожарки. Чё, захожу? Куда ты побежал? Это... Блять, ты сейчас умрешь там. Подожди. Не умру, не очи. Ну, смотри. Дождись меня, пока я не перебегу в диспетчерскую. Слышишь, Рязан? Все, я в пожарке. Если к тебе кто-то зайдет, я тебе не смогу помочь. Ты глупо сделаешь. Нормально, живем. Ты в курсе, что у пожарки три входа как минимум? Я знаю. Не бойся, так штаны. Эпи, все чисто там слева, у меня лесная казарма интересует. Все чисто. Для револьвера кобура. Кобура тебе не нужна. Так, молоток. Потому что кобура заменяет разгрузку. Да это я знаю. Штаны, да тут все уже полутали, слышь. Все, я напас. Не, пока еще. Патроны на Мосина мало кто поднимает на самом деле. Поэтому. Пистолет. Разгрузочка. Damage. Не, это не такая, какая нам нужна. Все, я полутал пожарку. Каску, противогаз, там. Да ты бежишь, Фокс. Кто на крыше? На крыше пожарки? Да, с красным рюкзаком. Видишь, не я. Ребята, замрите все. У меня зеленый. Ребята, на крыше замрите. Пожарки? Я не вижу, да, никого. Появился, тихо. Точнее. Фокс, ты напротив. Я в рубку забежал. Я понял. Ребята, на крыше пожарки снайпер. С Мосина. Тихо. Не вижу его.
Видимо, не мы вдвоем внутри пожарки, у нас зеленые рюкзаки. Сидите там, смотрите в оба. Не шевелитесь, не топайте ни в коем случае. Так, на шифтах, на шифтах. Эпи, смотри крышу пожарки, ты должен прострелить. Там где-то 600 метров примерно, на зероинг выставляю. 600 метров стоит. Где он примерно? Прям на крыше, на самом верху, на вот этой маленькой крыше, такой вот, там... квадратненькой. Оттуда я ничего не вижу. Так, а как он туда залез? Как, там лестница есть? Да. Он топает, ты слышишь? Если это не Рязан. Нет, это я, наверное. Рязан не топает, не шевелись. Так, я его сейчас на себя буду брать, ну, отвлекать. Ребята, смотрите. Эпи, смотри, он сейчас должен будет встать. Прицелься прямо на эту тарелку. Видишь там тарелку? Да, вижу. Я сейчас вылазю, короче, и он будет по мне стрелять. Он по-любому встанет. Как только встает, по моей команде его валишь. Да. Прицелился, готов? Да. Так, кто так. пьет? Не вот, я. Вот. Это может он. Это он, да, пьет. Я вот тут бегаю влево-вправо, как дебил, блин. Может, стрельнешь на него там? Уку, уку. Он сразу стреляет. Ребят, тихо-тихо-тихо, я поднялся. Тихо. На второй этаж, да? Поднялся, я не вижу его. Он на самом... моей крыше? Да-да, вы где вот ваша лестница эта. Зря ты лезешь, он тебя выстрелит и убьет. Слышишь, Савага, не лезь, не советую. Я бы убил тебя вообще, нефиг нафиг, когда ты только подлазил. Вот, я замер, смотрим, Апи, жди, он сейчас должен встать. Угу. Так, где же он? Ага, есть, встал. Есть, Эпи. Стреляй. Опа! Да, мне зероинг ты неправильно дал. Какой? 700 метров, 600 мало. Блин, ну видишь, я на глаз. Тем более, я не совсем видел, где ты лежишь. Если он будет вылазить, я его убью. Так, ну что, ну что? Ребята, совсем нехороший человек. Покажи нам свою голову. Может, как-то на лестнице к нему подняться? Он на крыше на этой, на пожарке сама. На самом-самом верху ты не поднимешься. А как же он туда залез? Не знаю, как. Ну вот по этой лестнице. Но если ты к нему подлезешь по этой лестнице, ты умрешь. Угу. А слышь, а он вот как раз встанет, и мы его снимем. Банк, да ладно. Возьмем баночку еды. Обычно в этот момент все начинают выскакивать. Так, я смотрю. Нет. Он не вышел, вы видите его? Нет, я как он только появится, цепи, смотри. Не... Я смотрю, этот. Я смотрю. Ты там смотришь за ним? Да. Рязан, ты на последнем этаже сейчас? Да, я на последнем. Блин, зря вы натопали там, сейчас бы мы его сняли, ребята. Да он нас спалил уже, я ж лазил до того еще здесь, как ты сказал, что он там был. Нет, он только появился в этот момент, когда я сказал. Так он спускался, Рязан, в этот момент. Я уже спускался. Он слышал. По-любому он загружался еще, он стоял, даже еще винтовку не снял с плеч, поэтому... Ты что, он, типа, он мог, что, раз не мог, блядь, не услышать, что ли? Я обычно не слышу, когда кто-то рядом, там, не рядом. Ты по нему выстрел сделал, Эпи, да? Я сделал, но зероинг не хватило. Подожди, встал. Он встал. Он, походу, сейчас упадет. Опа, упал. Опа! Кто стреляет? Я вижу его. А, нет, это лаги. Это он, это он. Он Сэмки, Сэмки стреляют! Да, да, он на крыше, тихо, тихо, он на крыше. У меня лагало, что он упал, показывал. Так, вы его убили или нет? Нет, на крыше. Блин, как же его снять? А, можно один патрон. Это он или ты патроны перекладываешь? Я вообще вышел из пожарки, ребят. Можно один пробный выстрел. Он хавает, патроны перекладывает. Короче, я сделал один пробный выстрел. Сделай быстрее. А мне надо. Короче, я полез к нему. Не надо. Да, полез к нему, ты что? Да ну чё, прикольно. Это будет твоя первая смерть в 2014 году. Может, не надо? У меня винтовка заглючила. Слышь? Отключил. Это не ты, да, Рязан, перекладываешь патроны? Не я, не я. Я лезу, блин, наверх. Это я перекладываю патроны, я перезаряжаюсь, успокойся. Смотри осторожнее, я сейчас... Нет, сзади. Я бы не услышал тебя, я слышу, что в этом... Пожар. А топает кто? Это я топаю. Блять. Я рядом с тобой.
Ты нажми Shift и клавишу идти нажимай с перерывом, чтобы не топать. Он зарядил М-ку. Эх, ну что ж он там сидит? Может он вообще релогнится и выйдет? Не-не-не, ну слышу его. Опа, опа, я его вижу. Тихо. Где он? Тихо, он вот прям с краю. Я вижу. Все, попал в него, убил. Все, я его убил, ребят. Убил, убил, вообще красавчик просто. Слышь, Илюх? Молодец, вижу, лежит на краю. Кстати, а у него эти сошки работают? Ставьте, ну, ставьте. Рабочие. Че, давай я полезу. Ну давай ты лезь, давай. У тебя... Я лагает все жестко, вообще я перемещаюсь, блин. Я залезел только что под пожарку, ребята, я не знаю, выйду сейчас, нет. Так, я поднимаюсь к нему, прикрывайте. Давай, 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 я смотрю сзади. Ребята, я в пожарке. Хорошо. Давай. Монать у него тут вещей сверху, он прям тут как будто месяц жил. Все, я сверху. Так, я к тебе поднимаюсь, Рязан. Так. Надеюсь, ему не нужно. Что там бежит еще, слышь? Это ты я хожу. Я на крышу, успокойся. Так, ну чё, ребятушки? Это на крыше пожарки. Может мне эмочку взять? Нет. Манать у него тут патронов. Хотя тебе, может быть. Офигеть. Еду, ну, правда... еду возьми там. Все рунет, все рунет стало. Да это нормально, ну просто с мертвого человека. Ну консервы, консервы я возьму. Можно, там всякие яблоки, бананы нельзя. Так, я беру хавку первым делом. Кстати, тюрьма следующая открыта. Прикрывайте нас, мы сверху. Я вот не знаю, что взять, эмку или не эмку. Я надеюсь, вы хоть легли. Возьми эмку, тебе будет лучше с эмкой, мне кажется. Да ну вот, я сейчас Мосина убил, ты чё? Кстати, как мне Мосин перезарядить? 10 метров было. Ой, да ладно. Хотя, я бы, наверное... А где патроны на эмочку? У него есть, нет? 20 патронов всего. Он заряжал, у него есть, должны... Всего 20 у него осталось. В ангарах, что мы смотрели, там обойма лежит. Две обоймы лежало и патроны. Я ботиночки престижные возьму. Каска престиж, а у меня... Новая касочка, ребятушки. Поздравьте меня. Новая чечи. С праздник. Ну и колы возьмем, чё. Итак, первый, кого я убил в DayZ в 2014 году, ребят. Аплодисмент. Ты чё сейчас? И все так поаплодировали. Сейчас на самом деле пол YouTube хлопает. Наверное. Так, блин, что... Почему у меня лаги такие, ребята? В лавках я никого не вижу, по крайней мере, с этой стороны. Так, патроны на Мосина, а как же мне зарядить теперь Мосина? Чё, пацан, давайте я к вам перебегу и на палатке буду палить. 357 это для давай, Мосина? Давай, давай, перебегай. Что? Нет, это для Магнума. Ага, а, подожди, Мосина. Мосина 762. 762. Патроны просто наводишь на оружие, когда он у тебя в руках, он заряжается. А, у меня нет патрона на Мосина. Берем. У вас дофига? Или все-таки мне эмку брать? Дофига, дофига, дофига. Не-не-не-не, оставляем его. Окей, я пока с Магнумом побегаю в руках. Последняя патрона, кстати. Последняя пуля была. Ну что, я его так полутал, там, в принципе, аптечку. Допивай воду. У него есть коробка. Слышишь? Разгрузка. Забирай всю воду сразу и выпивай ее. Рунет, вода. Кстати, теперь... А вот у него в рюкзаке лежат патроны на Мосина. А, не, подожди, это 5.56. Это не то. Это ты со мной, Илюх, да? Да, я тут лежу. Воду я выпиваю, бутылку выкидываю. Или не, оставлю, оставлю. Что тут происходит? Дырявую бутылку оставить или выкинуть? Дырявую выкинь. Так, сейчас аптечки перегрузим. А у него еще коробка. Осторожнее, не столкните меня вниз. Я, блядь, да. Подвинусь. Сошки рабочие. Я впервые вижу. Молодец, что он подполз так. Да, это было отлично. Так, ну и последний раз дринканем.
ключи от наручника. А, не хочет? Ну и нафиг. Кстати, я знаю, как ты выбирался из наручников. Как? На Q. У тебя были ключи, да? Нет, но если много раз на Q жать, то можно их сломать. Если они именно не престижные. Я подхожу. Ну чё, ребята, ты мне дашь потом патроны, Люх? Дам, конечно, да. Так, сейчас я вот аптечки просто тут перезагружу, потому что здесь много всякой фигни. А с него кровь можно с трупа слить, интересно? С трупа нет. Я думаю, не стоит, на самом деле. Нельзя с трупа слить. Заложника можно, которого создание потерял, можно, а с трупа нет. У тебя хорошая матчасть, рядовой. Ты будешь теперь рядовым. Ох, класс, новое звание. Так давно этого ждал. Давно. Так, даже еще выпуск не прошел, не рановато ли? Забрали, нет. Я сейчас как Рик из «Ходячих мертвецов». С Магнумом. Так, ну что, я, в принципе, спускаюсь вниз. Я поднимаюсь аккуратно. Куда ты поднимаешься? К вам. Зачем ты нам? Да там уже смотреть нечего. Так а прикрывать? Патроны мне на мосе на скиньте, ребятушки. Сейчас скину, подожди секунду. На ладони, блин. Чё ещё лутать будем? Палатки, тюрьмы. Там ещё две тюрьмы впереди. Блять, отойди, чувак. Чё, у меня магнум не целится. Чё за бред? Как же лагает сервак, ребят. Да, сервак. Жёстко. Давайте, пожалуй, сейчас долутываем этого парнишу. Идем в лес и пишем уже при более нормальных обстоятельствах. И когда будет меньше лагать сервак. Хорошо. Так а мне что еще сделать? Спускаемся вниз, что делать? Подождите. Мы теперь как черепашки-ниндзя. Нас четверо. И мы все зеленые. Да, и мы зеленые. Найдите нам тренера. Не упал. Долбаные лаги. Ха-ха, как он прикольно спускается. Смотри, смотри. Задом. Ну, наоборот, в смысле. Оп! Чего вы так спускаетесь, оба? Один. Что за бред? Второй так? Я нормально спускаюсь. Да. Нет. Со стороны вы спускаетесь очень дебильно. Ну что, ребята, пойдем в лес. А мы, пожалуй, уже попрощаемся. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чё? И всем пока. Всем да. Будем знакомы. Меня зовут Миша. Салага. Нет, ты Салага. 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 Пока еще Салага. Ну, я уже рядовой. Хоть мы все Салага. Еще одинаковые. Салага. Но Салага. Ты еще Салага. Всем пока. У меня смотрите, какие сошки. Да? Ну покажи. Как еще их включить? Там? Еще не пока. Как там можно включить? Я просто не знаю. Надо включил. Пошли подальше вглубь.